Відкрита трибуна. В Україні підняли мінімальну заробітну плату до 4723 гривень. Це на 500 гривень більше, ніж у 2019 році. Як ви до цього ставитесь? Хорошо, що підняли. Не урізали. А скільки? А скільки вона зараз составляє? Зараз вона составляє 4720. Ну, думаю, где-то так 15 тисяч должна бути мінімальною. Хорошо було б так. Ну, конечно, это совсем небольшое поднятие зарплаты, оно абсолютно, как по мне, ничего не решает. Тем более, что почему-то за поднятием зарплаты, как правило, поднимают и цены. Это как-то оно абсолютно взаимосвязано, и ничего оно, по сути говоря, не решает. Она должна подняться радикально, а цены остаться на том же уровне. Но, как мы знаем, этого никогда не случается. Ну, минимальная зарплата на Украине, в принципе, она должна быть намного больше. Ну, с учетом того, что и жизнь подорожала. Знаете, многие говорят, там, допустим, ну, я имею в виду, сравнивая с минимальной, да, пенсией. У многих пенсия там 1637 гривен, у многих 2000. А это несколько миллионов людей, понимаете? В первую очередь надо поднимать пенсию, блин, минимальную, до уровня минимальной зарплаты. Ну, в принципе... Это хорошо, что повышает, но можно было бы и лучше, и больше. Потому что, опять же, новый век, а кто будет работать за какую-то маленькую работу, там, те же уборщики, когда, да, я понимаю, они могут и мало получать, но все же хотят больше. И, то есть, чем лучше, тем есть желание работать. Если ты получаешь больше, у тебя есть желание рваться к этой работе. Если у тебя этого нет, то смысл работать. По моему мнению, хотя бы 1020 должна быть зарплата, чтобы... А минимально? Ну, минимально хотя бы 12. Ну, 10 хотя бы. Вот так, хотя бы тоже, это тоже немного при современной жизни, но хотя бы что-то как-то. Это поднятие маленькое, но это положительное решение. Но я, к сожалению, безработный, уже год безработный и не получаю никакую зарплату. Открыта трибуна.